не расстраивайтесь, да, ну все будет хорошо. Уже нервы не успокоишь, что мы хорошо вообще меняем. Ну, это другие вопрос, конечно. У нас он одна баба, сигнали только с нервами. Это все отгрузить куда? Где ж ты не людей посадил? Чистый от тебя. Ты ж не совушку ловишь. Что ты, человек? Четыре мяки полные. Да? Ай-яй-яй-яй. Вообще не все это барахло. Thank you.
завтра в дедову кровать. На что? Я там буду лежать. А тут? А тут только вид. Який вид? А там что, закрытеся? А там закрытеся, буду лежать. И никто вас там не будет видеть? И никто не... Закрытеся на ключ? Да. Молодец. Открывай один. Я у шкаф положила свое, я ее. Мою наверху там. Нашла. Не скидай, головушки. Ой. А я уже думала, пойду лягу. Ну, а ты як? Ай, не дуже малая была. Малая? Да. Яка малая, великая. Ну, не спала все-таки малая. Да, и не ты спала все-таки великая, не малая. Як ночь, як не спится, ты великая. И ты не выспалась за меня. Будили. Ой, щулиться зима. Кого? Зима хороша. Можна вмирати, долго бачить, легко буде. Коли ж криги б'ють. Все равно вмирають і ховають. А чашка ж... Грить воно бухне. І буде живий. Літом теж тяжко, древи. Подживаючи, що в'язовуч хараніч. Теж дрібно, зимою дрібно колом. Все не кепсько. І літом, і зимою. Що тобі треба бігати? А? Що тобі треба бігати? Жити. А може я скори закавую, за тебе може скори пам'ю. Тут уже не згадаєш. Да, не угадаєш. Скрипуче древо довго скрипиться, а буває, що ходить чоловік, трах і нема.
нету там. Снежинки тут достали еще. Да, что-то застали. Так, это лишь надо нам гирлянды протянуть. Вот такой. А вы там сделаем. Что хочешь робить? Что хочешь робить? Або я? Чуть оторвалась. Видишь, опять потеряла. Ай, Райка. Ну, во, я, не, я уже держу. Не умеешь ты. Оторвалась сама. Она очень тонко. У меня мадрестинка, это 5 человек в больнице еще. Только приехал, не говорю, что в городе. Ну, такие ребята, я с этого про нас вспомнила. Галоши не надела. Дура. Я тебе как? Недалеко дойду. До стола. Ну, хватит, хватит. Будет к Новому году. А боже мой, купим. За дрова будем платить. Заплатим и за дрова, за все. Наела ще й я. І добре. Которая вроде бы была бы готова переехать за границу. Ага, легкая на подъем, да? Да, вот легкая на подъем, спасибо. Легкая на подъем. И жена, чтобы она знала языки, так как там с этим... А у вас доход месяц какой? Евро? В евро 3-3,5. Три? Что? Это вот за такую красоту или вот с таким хорошим и приданным, и достоинством? Нет, для Европы это нормально. Это очень нормально. Хорошие это деньги для Европы, нет. Раз, а вот и в Европе там другие цены, это два. Да. А во-вторых, мы сейчас продаем девушку, она должна выйти за папика, за жирного, нет, за деньги, нет, или за мужчину. Я бы согласна, Виктор, у вас осталось два голоса. Семейная традиция и скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Какой же у нее может быть еще скелет? Прям даже не знаю. Это было настолько откровенно. Конечно, даже страшно открывать конверт. Да. Боже мой, ужас какой. Дважды проклято. Thank you.
чого пережили, скільки годом був. Жидам було горе, гоше. Було, конечно. Удень немцы, а ночи партизаны. У Вялейца был один благий мужчина. Збере мужчину, сколько жидов у колеса запряже. Эдак, эдакий благий был. Ну, сам сядет на возе, а им пугай, пугай, як коню. Тягнет его. Воз и его на возе. А может погиб он? Погиб. Погиб. Сам себе отравил. Там и дорога. Отравил сам себе. Ого. Вот. Ой. Страх, как нас у Германию забрали. Вот какая болезнь сразу. Ну, тут еще тепло было такое. Учелятнику мои, учелятнику везли. Мои сказали, не бойся, не будешь лежать, закопаешь. Да, закопаюсь. Уже в очи видеть не будут. Да, я уже закопаюсь, а коли не закопаюсь, под такую сосонку подопхнуть. Под купину. Ага, как я типа. Ой. Я раз в красную завела мышей. Во, нога повалилась. Ой-ой-ой. Что валится?
Чердой стал. Хай ему валяется тут кто-то. А мне эти хватит огни. Эти чердой я не сейчас кусаю. Ай, кто его тут знает, сам не знает, что тут только надо. Да как же там бабки такие были. Я вот таки человек люблю посидеть с кем, что-нибудь поговорить, рассказать. А они до меня не близко. Я бы не тогда нас пяти было, так со мной она уже так дружила. Говорит, может, я до тебя поеду и жить. Я говорю, ну, может, не надо, ты дома живи, я дома. А то они даже не близко, они только... Телевизор глядя, эти звернулись и пошли, как посадили, что рассказали. Так я думаю, тут дурнеешь один, поеду я опять домой. Фу, ладно, кусать. Ну тут должно быть. Я думаю, здесь я не делаю. Он таких отец был, кажется, толковый, я не знаю, что ему родился. Пришел домой, ляжет ранит, устал, ляжет не живой. В больницу клали, так я не захотела. В больницу, таким давлением у меня. Да, так я, они, не хочу в больницу. Что толку с той больницы еще? Когда я помирать думаю, хочу, на что мне тогда больница.
щоб доктор прийшов. Ми уколи дадіться ті. Зараз зробимо. Ви самі лікарства не п'єте, вам дають їх, або як? Дають, мені Ленка дають. Я не грамотна, я нічого не розумію. Нічого не знаєте. Ви готову таблеточку під язик розсосите, зараз ще укол зроблю. Ви давайте перейдіть на свою кровать, де ви? Где ваше место? Я вас сейчас там уколю, да, и посмотрю лекарства, какие вы пьете. Мне доктора наша приходила, так она мне у руку вот тут положила. Ну, сегодня вам у руку не надо, это я приходила. Я не знаю. Еще один будет, еще что один. Что на меня налетело? Я была такая здоровая. Ну что, уже и возраст уже налетел. А возраст много. Да. Уже 90 годов. Ну, вот видите. Все одно к одному. Все, немножко подержите ватку вот эту вот. Вот так вот. Ага. Вот. Сейчас. Человеку горе, горе было. Сынка молодого поховала. Спишь? Да. Да. Таблетку тебе треба дати. Лена казала. Присаживайся. Палку не дойдёшь. Я ему раскрутить диван вынести. Кого? Половик. Я сегодня уже лежала, не указывала вообще, ходила. Ты падаешь в разницу, и теперь открывай, так открытый ляжчин. Не открывала. Ходи, Лена. Целую ночь шла и пошла. Мы же не дома.
Может, внучка поплачу по тебе? По мне? Конечно, поплачусь. А как по мне, нема кому. Ну, хотя, может... Тебе нема кому. Ну, может, внучка. Внучки с Йоща вот. Две внучки Йоща и... У меня же внучки Йоща, внуки Йоща, правнуки, все. Да, Йоща в тебе. У меня нема никого. А у тебя ж Йоща, что ты говоришь? Йоща, моя внучка плакать не будет. Скажет, туди ей дорога. Да, туди дорога. О, сколько сяду, хай бы приехала. Подумала, что баба Ёшня. И на лето же ни разу не приехала. И лето же не приехала, да. Еще лето не приедет. Вот и внучка. Да, и внучка. Хоть бы дед был, так и зиму посидела. Поговорила. О, ты на деда любишь. Ага. Что ж им говорить? Чому? Человек же. Что говорить? Как он на меня ходит, а не такой. Ее можно замуж отдавать. О! Во, губы свербят. Чеша. Ну, ноги не йдуть, але. Може, б і ноги туди пішли. Каб замуж пішла. Треба у телевізор. Їх може хто й возьме. Дай Боже мій. Не пішла я раніше, не пойду і тепер. Я його встречу. Такой вот жить без веры – это совершенно невозможно. Она? Как вот в церкви есть люди, в церковь так вот ходят, вера у них должна, а у нее вера вот в магию. Поэтому, мне кажется, у них вот это вот мнение не сойдутся с Виктором. А вы себя видите вот с Виктором? Это очень интересный человек. Просто мы сейчас сидели и любовались на него, на его... Я влюбилась в его погоны, вот, в его выдумку костюма. С ним не пропадешь. Понятно, что он уником, он не такой, как все. И без денег вот это сотворить. Информационно, информации у вас тоже в голове очень много. У вас творческий палец Аполлон. Он вам дает возможность как раз делать то, что вы делаете. Ну все ясно. Все, он ее убирает. Паш, поняла, да? Приворожит. Моё детство. Я ей говорю, пью. Ну, а что делать? Надо пить. Давайте ей гадичку, бабушка. Юбку свою поднимайте. Ложиться. Да, ложитесь на бок. Может, там твой будет? Я тут приспособиться. Ну, в эту можно. Тут вот, неплохая еще вера.
бабушка дуже. Скорей бы вторая смерть пришла. Як прийде, як треба буде, так і на прийде. У вас питатися не буде. А то. Ти з ним мовчиш. І сам мовчиш. Подержите. Так, вот пальчиком прижмите. Да, еще, да, еще. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Пятеро ополченцев. По данным сил самообороны, всего за сутки силовики открывали огонь больше 40 раз, в том числе с использованием тяжелых минометов. Горячими точками, как и все последние дни, остаются Горловка, Логинова и поселок Широкино близ Мариуполя. Активизацию там боев отметила в своем последнем отчете специальная миссия ОБСЕ. Наблюдатели призвали обе стороны конфликта соблюдать все положения Минских соглашений, в том числе по режиму прекращения огня. Руководство компании «Укрнафта» ответило на ультиматум МВД в течение суток разоружить всю охрану здания. Мне самой отсюда не выбраться. Потерпи немного. Я скоро вернусь. Жертвы бесшабашного капитана.
Сергеич, еще, слышь, что? Почему утонуло Полесье? Льдина для траулера. Да он сейчас упор перевернется, надо людей быстрее спасать. И коварный порог для любителей сплава по горной реке. Наш пик. Мой коробок. Это мое. А где-то я в мультфетку купил. Нет. Начали рассматривать дело о мертвых душах бывшего замдиректора одного из престижнейших образовательных учреждений страны, Ломоносовской гимназии. Обвиняют в том, что он оформил педагогический штат 4 сотрудников, которые существовали только на бумаге, и более 13 лет получал за них реальную зарплату. Таким противозаконным способом он заработал порядка 10 миллионов рублей. Все подробности узнаем у нашего корреспондента, она находится у здания суда. Лишь безумец верит, что ему под силу изменить мир, и потому меняет его. Все течет, все меняется. Жизнь так стремительна. Хочется смахнуть пыль времени и безжалостно выбросить все старье. Разобрать шкаф. Thank you.
экстремистскому сообществу Борн коллегия присяжных огласила обвинительный вердикт троим из четверых подсудимых. На счету этих людей, по версии следствия, несколько убийств. Черт. Ладно, сейчас приеду. Привет, посредник. Зря тебя. Лису не схватило. Попробуйте. Патронов на всех хватит. А где мент, который со мной был? Забудь о нем. Сволочи. Прессу просочились сообщения о том, что идет переброска в Киев добровольческих батальонов, преданных Днепропетровскому губернатором. Известно, что накануне вечером премьер-министр Арсений Яценюк провел экстренное заседание. Цирк Дю Солей представляет невероятный мир фантазий, который превращается в реальность. Куидом с 26 по 29 марта. Минск-Арена. Подробности на фише Гудбай. Внимание! Теперь вам не придется...
пришла, да, куртку. Ну, это женский, он, кстати, не с брюнетиками. Ну, не женский. На контике ты хороший. Ну, офис, да? Собираем? Да. А кто вам дал? Я тоже дал. Да. Что? Да, я. Эти две колоды карт у меня есть. Ну, карты, пускай лежат. Пролежешь у деревни, тогда будешь. Картомат. Может, там кому? С соседом будешь гулять. Кого? С Витем. И Маш, и Боже Боже. Ты шо? Так а где болит? Ну, вы... Где почки? А кто говорит, что болит? Ну, правильно, что я видел. Моча ж хороша, она говорит. Моча хороша. Если камни видно. А я его давно-давно ударила. Вот это болит. С дробины. Пошлизнулась дробина, а я урожнённа. Может, где нерв защемили? Ищи, на туда болит. В деревне будешь топтаться потихо. Я уже буду. Ну. Это Лена меня не пускает, это работница. Куда? Я домой. Говорю, поеду домой. Что тут? Так это же зарплата едет. Ну, наверное. Это же одна. Лето четырех у нас было. Ну, так на четырех больше готовить надо было. И убираться больше. Тогда одна поехала, дочка приехала, ее брала. Троих было, да. Ну, все, крупесток. Если что, так звони. Ты, если что такое. А кто тут? А ты к телефону куку прикладывай хорошо трубку. Ну что, а? Ну, а, ты... а Саша сколько звонила? Ни хрена не. Саша? Прикладывай. А я ей говорю, кажу, добрый чувач. Прикладывай их к рту хорошо и на ухо, чтоб радом говорила ты. А то не слышишь ничего. Покричишь, покричишь, потом трубку кинешь и все. Что будет, то будет. Там переживаться за чего. Что будет, то будет. Ну что это будет? Что скажет, то... Ну все, пошли выпать. Всю Германию проехал, вдоль и поперек. Я водителем был. Да. А тут вышла замуж, такие же выгодного вышло. Барна одного и другого. Да. Ты правильно остался больной. Тебе не кошни было? Ну, я не... Жизнь прошла. Чашка вспоминалась.
теперь на Украине. Легко там ведем. У меня была квартира, ну просто такое наше государство. Если мать получше умерла, квартира пришла по наследству мне уже. Сначала ее сломали, испортили за квартиру, за годовую схему, без ремонта, без одного. А потом взяли, написали аварийное. Пойду на больше. Хорошо, дальше. До какого размера? Третьего. Мы ниже будем спускаться? Люди хотят спускаться ниже. Я, конечно, стесняюсь. Шум в ваших штанах. Финальная операция по смене пола я еще не сделала, но хочу и буду ее делать. Финальная операция – это удаление всего мужского достоинства. Нужно взять и сказать, вагинопластику еще не делаю. Вот, она сказала эти слова, которые я очень сильно стеснялась. Ты еще присутствую. Скажите, а почему это оставляют напоследок? Все-таки думают, что, может быть, нет, еще вернется в мужское обличье. Нет, дело не в этом. Если я один тип транссексуализма диагноз поставлен, то есть ее в любом случае сделаешь, но, соответственно, надо же внешне сначала женскую приобрести. Муж, чтобы в социум быть, спокойно жить. И это завершающий этап вообще всего пути. Комиссию проходишь. Комиссию? Комиссию психологической экспертизы, чтобы диагноз поставили. Я тебе тип транссексуализма. Если эта комиссия не поставит... Эрика, сколько сегодня стоит операция по смене пола? Порядка 200-300. 200-300 это не конечное, это не финальное. Да. Это стартовая цена. Дальше это будет уже от 3, 5, 10, 15 миллионов. Это как однажды сел на ботокс и до конца жизни, пока крышка гроба не закроется. Кто оплачивал все эти операции? Это когда вы не работали? Я не работаю, мне помогала мама. Сейчас вы работаете? Нет. Вот я училась, значит. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с одной вёски. И вы с Дуровичем тоже? Не, с Рыбчином. А, и вы с Рыбчином? Да. Это, так я же знаю, что... Ну.
И разом у Германии нас захватили. И пришлось тут увидеть. Да. Под Христос воскрес. Ой, який молодец, Паша, усе про свято ведаєш. А сапраўды, яйка – гэта сімвал ускрашэння з памерлых. З нежывога яйка нараджаецца жывая істота. Я з царквы прыйшла, а свенчанае яйка прынесла. Будзе многа яек нам, будзе мяса дык блінцам, будзе весела спяваць, разам свята адзначаць. Улицы воду, покуль вода чисто стала, я с романом простояла пару. Вода чисто стала, я с романом простояла. Роман, роман, романику, пустишь меня не до домику. Роман, роман, романику. Мати маю, буде бить, но не знаю, я не родна. Мати маю, буде бить, добра знаю. Где ты, шельма, волочил, но вечером подварилась, где ты, шельма, волочила. Признаюся, что с романом какаюся, Христос воскрес. Теперь и нам дана свобода, гоплежный смерть и вечный час. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. О, как верим, Господь прославил. Мы были мошенники, конечно же, мы добрые, но все равно все
тут? А дети? А дети? Реальное число людей, потерявших деньги и здоровье в результате обмана, в 5 раз больше. Каждый день судят и каждый день режут. Гармонік тепер забрала, той разик. Забрала, Люба. Забрала. А той разик оставила, а може б ще два ніці з хатерині бути. Тоді може прошу взяв. Може їх забрати. Що ви думаєте, ці купами вже вірите, це вірується? Какая це вера, кажу? Будьте церкву настроїти, так он, це свертені тягаєте. Люди збирають деньги, а він тільки знає. Половина денег это такая, не от церковь, а я у кармана идет. Такое время. Носится, бегают, гоняют везде. Чего на нервы? Вот сейчас хорошо, вот советская власть была нормальная, нормально жили более-менее. Раз вы с ушками, то тем союз ликвидировать. А что вы думаете? Поедите, сколько людей в больницах. Вы великие на кладбище, но вы не были. При мне его открыли, а я уже расширяюсь. А там кладбище, чуть не половина этого вашей деревни. А его уже заполнили. Заполнили. Уже один на дым немножечко. Буквально за несколько годов заполнили. Ой. Что это хорошее, что половина людей в Великий болтается без работы? Чому так люди теперь хвореют? И суд сильно помолодел, уже сильно помолодел и суд. Вот вы говорите, говорят, они многие пьяницы пьют, да? Ну. А вы знаете, что пьяница меньше всего болеет инсультом? Пьяницы. Пьяницы, если более живут, как это я, не да, пьяница. Да, оставьте беда. Я пять уже редко на суть хватает. Кире в больнице, я посмотрел, один. Ну, там ну. Же такие старики, как вы. Ну, там же, вот, я сказал. Ваша бабушка, эту, я... которую увезли. Вот ее на себя она попала, ее бы везли, увижу бы. Ее бы в Куринец бы не повезли бы, ее бы увижу бы везли. Я на там только вот такие, которые еле-еле двигаются. Как помирали там. Да, как помирали, они просто помирали. Уезжай. Да, уезжай. Называется дом сестринского ухода. Там сестры за ими ухаживают, как в больнице. И ночи сторожат. Же. Да.
А так тобі, якщо ставити її так, то тобі не все робити. Може, помогти йому треба? Ну, ну що ж, дід сам? Ти хати? Свята, хаті помогти, будь ласка. Давайте. Там бумага. Надо вам палочку дать. Людскейшую. Она мне не очень нужна, это я посидел в машине, в низ их есть. А, она вам не надо? Ну, так она вам угодит. Ну, давайте, снимайте верхнюю одежду. Бумажку надо. Так, вам такую палочку под ваш рост должна подойти, она высоковатая. А эту я заберу, это местный шедевр. Помидоры подвязываю. А брытва есть? Нет. Так, если замерзнете, ну, скажете, принесем кофе, тогда я еще одну бумажку. Так, родственники у вас есть? Нет. Никого родственника? Нет. А кому номер телефона, может, кому, если какие проблемы возникнут, обращаться? Они не могут. И проблем не будет, да? Да хорошо, что проблем не будет. Кружечку вашу мы заберем и помыть тоже. Давайте ложечку тоже. Ужин у нас около 6. Когда вы собираетесь? Ну, ходить возле территории можно везде, по территории прогуливаться. Не курите? Иногда. Ну, значит, никогда. На территории нельзя. Нет, ну это раньше когда-то были с одной вёски, а теперь-то, да? А теперь нет. Теперь я увязана. Так теперь будете ждать опять её к 15 октября? Ну, коли ж Бог даст.
нам жизни. Так должен дать. Ну. Да? Будем ждать? Ну, так ты даем. Детки мои, мне уже 91 год. Ну, так и что? Мне 88. Посмотрите сейчас, как увеличилась жизнь людей. Так будет, ну, может быть, 180. Ну, до свидания ему. Ну, все, молодцы. Ну, не плачьте, встретитесь вы еще, увидитесь. Я уже тут хожу. Маленький.